Всем здорово, с вами Мотобустер, это тюнинг на машине Гаярда в NFS Undercover. Будем тюнить-колхозить лам. Ну что, погнали. Тюнинг. Быстрая модернизация. Сначала сделаем мощность и управляемость. Потом уже и заколхозим ее по полной. Так, цена 65 тысяч, гоночный. Ну неплохо так кто дает. Она ускорение у него будет прям бешеная. Гоночный профиль недоступно. Так, давайте управляемость тоже будет бешеная. Так. Уходим. Комплекты, детали, тюнинг. Так, нам нужно, смотрите, подвеску делаем жестче. Так, на 3.2 трансмиссию, на ускорение на 0.5. Ну, вот так вот. Окей. А вот теперь будет полнейший колхозинг Lamborghini. Так, аппликации, детали, кузов. Давайте какой-то прям жесткий колхоз делаем. Нет, ну это как-то уебище. Подожди, стоп. Зачем это сейчас? А, вот здесь можно менять. Лучше давайте вот такой колхозинг сделаем. Вот так вот мышкой можно. Да вот так вот даже легче. Просто сейчас будет полнейший колхоз Lamborghini Gallardo. И попробуем сделать первый выезд, как она ускоряется, как она едет. И в общем посмотрим, что да как. О, неплохо вылетел, так скажу. Я думаю, будет намного хуже. Но получается пока что хорошо. Нет. Боковые щит как-то это уже вообще слишком. Да, вот так вот. Вот так можно сделать. Вот так, чуть-чуть. Зона 4, что она делает, я уже не помню. Сейчас поглядим. Ну, пускай, да? Не-не-не, слишком сильно. Или вообще можно это убрать, блин. Ну да, вот так вот даже можно, немножечко. Будет, конечно, колхозинг, но не прям-прям. Так, юбка. Подожди, стоп. Чеснок это конченый выглядит. Реально очень дерьмово. Давайте сначала первую зону. А, это. Понял, принял. Вот так. Так. Ну пускай такая, неплохо. Задний бампер. Задний бампер также делаем на соточку практически все. Сейчас посмотрим, может быть. Нет. Сразу на ноль. Я не знал, что это за фигня. Это жабры, они меня бесят реально. Во всех машинах. Они меня бесят. Что-то другое сделаю. Ну это вот тоже колхозинг какой-то ебаный получается, реально колхозинг. Не-не-не, это сток. Это сток Lamborghini с ним. Как оно есть, так оно и останется. А что меняется? Я что-то не понял, но... И все? Да ну! То есть, стоп, а если вот это улучшить? Не, блин, лучше пусть вот так и будет. Стоково, окей. Ну, спереди она прям жестко прям выглядит. А сзади, ну, такое. Как бы не такой уж колхозик, ну. Так, вот так. Здесь углепластик идет ей, мне кажется. Может быть, нет. Может, я пишу. Недоступно. Да что, вы издеваетесь? И что мне сделать тут можно? Ничего. Ну, пофигу. Все диски. Файвзигины. Они везде идут. А, нет, сюда они не идут. Блять, оу, сейчас мы будем диски, наверное, 2 часа выбирать. Как всегда. Нет. Ну нет, те еще хоть как-то выглядели. Угу. Это прям должен быть не такой уж и колхоз. Угу. Я пока найду диски, наверное. One thousand later. Я как там говорил, вспомню. Спанч Бобби. Ну вот эти неплохие. Пускай будет. НК. Все, погнали. Передние диски. Сейчас вообще будут дисочки, дисочки по красоте. Бля, надо было статус сжиги поставить сюда. А че бы нет? Стоп, нет, я не люблю, когда они внутрь вогнуты. Нет, они сильно. Вот так вот, на 22% или меньше даже. Ну, давайте даже. Вот так вот, на 16% вообще идеально. Что они делают? Ширина, да? Так, зону 4 не трогаем, да? А, трогаем. В смысле не трогаем? А, зону 5 не трогаем, да. Так, теперь задние диски. Зону 5 не трогаем, зону 4. Так, давайте с первой зоны начнем уже. Так, крутим. Вообще по красоте. Еще и в черный по красоте. Вообще бешеные диски.
Какие-то дисочки у них вообще, тормозные диски вообще какие-то мелкие такие. Но это, не, мне кажется, не оригиналовские ложения. У них другие. Ну, пускай 17, там 16, 17 чуть больше будет. Разница в 1%. Разница в 1% не канает. Так, и ширину колеса сейчас поставим. Вообще жирные, чтобы колеса были. Во, по красоте. Зона 4, зона 5 не трогаем, да? Да, зону 5 не трогаем. Купить. Конечно, купить. Не, блин. Зачем я полчаса мучился? Выискиваю. Так, передние диски, задние. Спойлер. Спойлер, ну не знаю. Вот такой можно поставить. Углепластиковый. Или, подождите, поискать можно. Вот тут спойлерок, который прям вообще еле-еле виден. Сейчас мы его найдем, ребят. Нет, это херня. Нет, 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 нет. Вот такой вот, да? Углепластиковый. Давайте там максимально вот так повысим. Но он не будет высоким все равно. Хрен там. Вот так вот. Вообще по красоте. Зад будет стоковый практически, а перед будет колхозный. Во! Вот это по красоте. 5000 нормально. Для пластика. Может быть там был бы побольше какой-то. Но нафиг он, ну не, глушитель пусток. Во! Вот тут красиво реально. И колхозный, и красиво одновременно. Редко такое бывает, но... Так. Давайте диски покрасим. А, по одному только, да ну. Подожди, хром. Матовая попробовать. Блин, у меня матовых не было. Металлик. У-у-у. Хром. Металлик. Купить. Окей. Пофиг, 3700 нормально. Так, покраска всего кузова. Давай розовый я долбаню. Чуть-чуть. Хром. Матовый, металлик. А карамель неплохо выглядит так-то. Беленькая такая. Хамелеон неплохо. Во, хамелеон. Офигенно. Угу. Подожди, а какого она цвета? Как посмотреть фоторежим? Плюс. Я, например, хочу... Во, вот это офигенно, реально. Вот это получилось топчик. Перед немножко колхозненький, ну, блин. Ты и бока немножко... Ну, это и был... Как говорится, колхоз тюнинг, колхоз стайл. Так, стайлинг, тюнинг, так, 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 быстрая модернизация. Давайте теперь выйдем, посмотрим, как она на свету выглядит. Диски, наверное, будут вообще отлично выглядеть. Как звук? Ух, нифига себе, нафига себе, по сравнению с Ауди. Он просто летит. Блин, если будет еще топовая... Офигеть, уже 200 было. Так легко. Давайте его разгоним хотя бы до 300-очек. А, офигеть, она легко идет. Ну, до 300-очек мы вряд ли здесь разгонимся. Что видите, какие тут отличные, просто офигенные дороги. Что больше я никак не назову. Управляется отлично. Ну, может быть, Ауди как-то и пас... 300-очки, вообще изи, 318. Ну, вообще офигенно, ребят. Ну чё, это был тюнинг Ламбо и первый выезд. Ребят, всем спасибо еще за просмотр и всем пока. Пока.